Значит, тексты из фольклорного архива кафедры классической русской литературы Нижегородского государственного университета. Здесь три небольших текста, на которых написана эта вещь. Это текст, который собирались фольклористами Нижегородского университета. Это все оригинальные, аутентичные тексты. Вот. Наших, может сказать, современников, младших. Вот. Ладно, ну я... Значит, вещь называется «Пианино». Сейчас, извините. Для голоса и фортепиано. Одна семья. Мама, папа и девочка. Девочке очень хотелось научиться играть на пианино. И родители решили ей его купить. У них еще была старая бабушка, которая сказала им, чтобы они ни в коем случае не покупали черное пианино. Мама и папа пошли в магазин, но там продавалось только черное пианино, и они купили черное. На следующий день, когда все взрослые ушли на работу, девочка решила поиграть на пианино. Только она нажала первую клавишу, и с пианино вылез скелет. И попросил у нее банку крови. Девочка дала ему крови. Скелет выпил ее и залез обратно в пианино. Так продолжалось 3 дня. На 4-й день девочка заболела. Врачи не могли помочь, потому что каждый день, когда все уходили на работу, скелет выходил из пианино и бил девочки, ну, кровь. Когда бабушка посоветовала разбить черное пианино, папа взял топор и стал рубить. И вместе с пианино и изрубил скелет. После этого девочка сразу... Старое пианино. В одном доме умерла бабушка. Все свои вещи она разделила между родственниками, но старое пианино не досталось никому. Когда родственники сдали его в комиссионку, пианино купила одна семья. Через месяц оно сломалось, а починить было некогда. Через день ночью вдруг пропал отец. На следующую ночь мать, затем сын. Дочь вызвала милицию, когда милиция положила на кровать большую куклу. Ночью в 12 часов из крышки пианино вдруг высунулась рука и схватила куклу и отвернула ей голову. Затем рука потащила эту голову под крышку пианино. Милиционеры бросились к пианино, открыли его крышку и увидели, что там стоит гроб. А в гробу лежит та старуха, которая умерла. Старухина пианино. Жили-были отец, мать, дочь и сын. Дочь говорит: «Мама, купи мне пианино». Мать раз купила ей пианино в магазине. Она ночью стала играть. Играет, играет. Руки такие протягиваются. Раз! Задушили! На другой день стал брат играть. Руки показались. Раз! Тоже задушили! На следующий день отец стал пианино разбирать. Разобрал там... Руки на иголках волшебные висели. Отец их взял, изломал и выкинул. Пошли в магазин отдавать пианино. Смотрят, а эта старуха, продавец,